Дороги города окутал гололед. Об оранжевом уровне опасности синоптики предупреждали еще накануне. Каток под ногами изменил планы пешеходов, водителей и даже общественного транспорта. А такси в это утро стало настоящей роскошью. Риск травматизма в один миг увеличился в разы. Скользко даже на посыпанных тропинках. В такую погоду предельно внимательными стоит быть всем без исключения. Передвигаться нужно осторожно и не торопясь, при этом наступать на всю подошву. Статистика госавтоинспекторов пополнилась новыми ДТП. Около дома связи, по словам очевидцев, сбили мальчика. На Форштадте грузовик вписался в забор около остановки. В других частях города тоже не обошлось без аварий. Неопытным водителям рекомендуют воздержаться от поездок за рулем. Не стоит забывать и про зимние шины, дистанцию, боковой интервал, отказ от резкого торможения и маневров. Пожилым людям во время гололеда советуют использовать трость с резиновым наконечником или специальную палку с заостренными шипами. По возможности оставайтесь дома. Особенно это касается пожилых людей. Если все-таки есть необходимость выйти на улицу, выбирайте удобную обувь. Используйте дорожки, которые уже посыпаны песком. Если есть такая возможность, держитесь за поручни, либо стену. Ледяной дождь не обошел стороной и Киев. Город сковали пробки, аварии там фиксируют одну за одной. Столица Украины остается покрытой льдом второй день подряд. Коммунальщики обрабатывают одни и те же участки улично-дорожной сети по несколько раз. Однако ситуация по-прежнему остается сложной. Об этом свидетельствует множество фото и видео в соцсетях. Кто-то встал на коньки и достал клюшки, а кто-то и вовсе позабавился зрелищем с камеры видеонаблюдения. А вот этот кадр уже снят в Бобруйске на Минской. Впрочем, подобные видео в топе новостей повсеместно. Оранжевое предупреждение из-за гололедицы сохранится и в субботу. Будет облачно с прояснениями, местами пройдет мокрый снег. Ночью ожидается до минус 7, днем до 4 ниже нуля. Дороги города и страны опять напомнят лыжную трассу. Будьте осторожны. Мария Бересневич, Максим Кембель, Андрей Богдан, Бобруйск 360.